Я один раз зашла в Медище, мне кажется. У него там какой-то еще канал есть. Там у меня друг всегда играл. И я хотела с ним побегать. Так он как начал меня стрёмным матом, там вообще какой-то ужас, неадекватный человек, и я ушла оттуда. А потом Коля меня пригласил сюда. И тут такие приятные парни прям, Кстати, а какие тебе нравятся? которые не обзываются. И что, я играю за Альянс, что теперь я плохой человек, что? У каждого свои вкусы. Это не Конечно. значит, что теперь Аминь. за... Вот видишь, ты меня понимаешь. Чуть-чуть понимаю. Я, наверное, поеду в Дубай. Полечу, вернее. Что ты там собралась делать? Я хочу увидеть самый высокий отель в мире. Джанчураб, как его там, не знаю. А ты сразу начал играть за Орду? Нет, постепенно. Как это постепенно? А за Альянс ты еще никогда не играл? Почему? Я играл, пробовал. Не понравилась она тебе? Ну, что не понравилось, как бы мне Орда нравится. И что тебе там нравится? Няшные орки. Разве тебе не нравится брутальность? Не, не очень. В игру не хочешь войти? Чтоб ты меня поганкал? Да боже, спаси, ты что? Я прекрасных девушек не ганка. Я тут! Удочку, я только лечу. Посмотришь на мои сексуальные шортики, которые я вчера себе сшила. Меня будешь бить, пандарины тебя укакашивают. Ну хорошо, поверим тебе. Вот он я, видишь? А вот она ты. Привет, я Томми. Твой друг навсегда. Ну блин, я так и знала. А тебя даже не трогают. Блин, да блин, вы уже достали. Да блин, вы чё, охренели что ли, печенька? Я только хотела в шторм идти. Еще надо мной смеется, а вот и хам. Да блин, печенька, ты вообще охренел. Тебе не стыдно? О, печенька, чтоб ты сдох. Ты тут вообще офигел. Да блин, что вы тут делаете? Вы что, совсем охренели? Раз я еще за день никогда не подыхала. Да блин, ДФ, ты что, охренел? Облизывает меня? Что это такое? Ну блин, чтоб ты сдох. Я? Нет, это ДФ. Да блин, ДФ, чтоб ты сдох. Печенька про правое-левое попадание. Левый попадающий, Печенька. правый убивающий у него. Да печенька, чтоб ты сдох. Да блин, печенька, ты чё, охренел? Подожди. Печенька тоже тут, ой, боже мой. И гримор какой-то. Не знаю, стоит ли резаться. Чем вы убиваете людей? Это хобби помогает расслабляться. Так как за какой супер ты проголосовал? Супер за супер Орды. Я так и знала. Я бы тоже променял товарища на девушку. С таким милым голосом, во всяком случае, да. Девушка, как тебя зовут? Ольга, а тебя? Красивое имя, а меня нет. Шучу, Юра. Юра, очень приятно, Юра. Ольга, мне куда приехать? Юрий, она из Германии. Ты тоже в Германии живешь? Нет, я чуть-чуть западнее. Ты эстоний? Ты эстоний. В Эстонии, кстати, я тоже был. Вообще. Это же тоже ЭУ, да? Совершенно верно. Так мы же почти братья, сестры. Брат и сестра. Сиблинги. Тебе О. нравятся щенки? Щенки? Да, мне собачки нравятся. А что? Хочешь щенка покажу? Щенка покажешь? Конечно. В игре, что ли? Ну, сперва в игре. У тебя есть любимая порода? Чихуахуа. Ну, чихуахуа, ну ты даешь. Что за это щенок? Это же крысёныш. О, меня хочет кто-то воскреснуть, то есть, спасибо. Окей, ну что-то это не породистая собака. Ну и что, по-моему, лучше не породистая, но хорошая, чем чихуахуа. Не, почему они няшные?
они довольно мерзкие. Это как крыса, которую побрили. У нее головка круглая, вообще никак не у крысы, они няшные. Ну не знаю, они такие маленькие, мерзкие, трясут. Они вообще не мерзкие. Да, смотри, у них маленькие такие эти мерзкие пучи глаза, и глаза такие, знаешь, выпученные. Сейчас вот вывалятся. Смотри, мордочка маленькая такая. Ты а, не это понимаешь, не собак? Что они трясутся, это для них как бы знак, что они породистые. Вот это поворот! У каждой это собаки знак, есть какой-то... Нет, они всегда трясутся, потому что у них они всегда влияют на под стрессом. Их выводили для этого, для девочек, для женщин. Ладно, ты упала в моих глазах. Не знаю, девушка, которая нравится чихуаха, на самом деле недостойна. Что? Тебе не будут больше показаны щенки. У тебя плохой вкус в щенках. Не, ну вообще-то мне все собачки нравятся, все животные. Да, но первыми ты это назвала чихуаха, все, поздно отыгрывать надо. Прости. Ну, вообще-то, ты очень быстро судишь по людям, которые нравятся в чихуахуа. Да, совершенно верно. Но есть вот некоторые факторы, в которых невозможно ошибиться. Ты вообще увлекаешься в реальной жизни? Я флорист, а ты? А я турист. Окей. А увлечения есть какие-нибудь там? Да, вов играть. Ты в Альянсе уже долго, я так понял, находишься. Какие тебе вообще гильдии в Альянсе крупные нравятся или симпатизируют тебе? Моя, конечно. А еще кроме? Кроме моей, никакая не нравится. Я столько много гильдий прошла, и поэтому я решила создать свою собственную гильдию, где будет только... А что ты скажешь о гильдии тир... Они такие же неадекваты. Ну, хамство, мат и... не знаю. А что ты слышала об Империи Зла? Империя Зла — это Альянс или Орда? Ну и ладно. Ну и на этом мы и закончим. Нет, я слышала, но что-то я не помню. Мне кажется, это... Any minimum, он раз пизду. Это Орда. Я права? Да, на 100%. Ну я же знаю, я где-то ее видела. Ты любишь петь? Да, раньше я всегда пела, но сейчас в последнее время. О, ты такого то послал, он стоит. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Прикольно. Да, сори, у меня стоит активация на кнопку. На голос. Нет, ничего там такого нет, я просто переживаю, мало ли. О, как мило. Поэтому ты меня 3 раза убил.